words won't take away the crash, the singers, and no one hurts off the hook. A load of objects, the screaming god inborn, the rich and gloomy voice of elven death. That's all she brought. The wisecrack and the gag went down in flames. The silver necklaces themselves used in wiring the absent Aces insensible silence, still in the shopping bag, along with her clothes and shooting rod. The sky of dust is like a pink ball painted on the fly. To escape the project, to elude the giant bow. The languishing is the word. Soon the boiling blood was filling the globe compartment. Period. Dot. Spoiled her all double. Top. Job. Svemir kao vreme, krajem aprila u mojoj hladnoj Moskvi. Na muziku smo nautike od ozgo, pada, belu, usmrćeni laboratorijski miševi i nalik, jedan drugom. Na posljednjem predpoletanju kartiogram, Gagarin, zupci, ar, se ne razlikuje jedan od drugog, kao da je baš ovdje zastali Bog, prepisao od nadarenog, tačno gore na ispitu, iz ljudskog srca. Eto bilo dolge bjegstvo. Возможно, мы возвращались. Я, дочь. Я ожидал в зале, где женщина с утраченной мозаикой груди протягивала сном колосьев. Словно доверяя дитя, я знал о дикой стране, преследовавшей нас. В сухих глотках окон, подавившихся черным брезентом, в ветре, распятом на ржавых сваях, в лесах, сдавивших горло пути. Все безгласно, готовое вымолчить новую жизнь, вечный огонь неизвестный. Она возвратилась, тихо прикрыв высокую дверь, плача. На площади у вокзала мальчишки разбили время. Я помню их поименно, они и сами поранились. Kuuntelet kevään lintuja, laulavat valoa. Haulan pääpalo tanssi, koiran putki niityllä. Metsä on kesken, mitä tarvitaan haukiolla. Kannun alla ei ole mitään, eikä aikaakaan. In large, well-organized termite colonies, our both eyes, binocular vision, distance. We all know the mute swan, her wildness. It seems to thrive nowhere and everywhere. And so on, belong to the order. Order. Конспекты конспектов. Книга 11. ISBN 5816320377. Страница 87. Тихическая точка, как пятно взаимности взгляда, за которой нет уже ничего. Лицом к лицу, трещина, влечение обходит мечту. 158. Трогательные усилия жизни, находящиеся внутри, без них. Там, снаружи, в памяти всякий. В то время, в данный момент, а. На обали Канагаве, галебови, ти прехлађени евнуси узветлани над пурпурним таласом. Баш као на једној слици Хокусаија, код њега су море и Фуџијама исто, узаврали индиго опервађен чипком. Галебови, камиказе у бришућен лету, Haiku zaigran na dlanovima Boga. Na obali Kanagave uzalud sam tražio pogodnu metaforu. Ponekad mi
mislim da u tome i jeste sve. Dok sunce izlazi, više od jednog imena imati. Без названия. Урок арабского. Эпиграф. Вчера шел дождь. Вчера было тепло, а сегодня холодно. Сегодня идет снег, а что завтра пойдет? Кто это знает? Кто знает, что завтра пойдет? В школьном саду финики, инжир и оливы. Я спросил Заида, где ты был? В сегодняшнем уроке много новых слов. Дождь полезный? Да, дождь полезный. А снег полезный? Да, снег тоже полезный. Кто нарисовал это? Почему ты сидишь и не считаешь? Ты не пишешь мне письма. Что я тебе сказал? Деревья и посевы хотят дождя. Откуда идет дождь? Откуда идет снег? Нарисуй мне площадь, и на площади я мальчика с мечом. Нарисуй мне деревья и розы под ними. Первое. Нет рассуждения прежде, чем снова говорить об этом. И снова говорить об этом, но ты молчишь. Пока зажимается ночь, те капли есть. В середине книги движением стынет событие окончаний. Ждать около леса пребывающую темноту. Белый, как границы круга, лес равен повествованию конкретно. Оставшийся дождь над аркой с утра. Быть здесь равно передавать пространство. Второе. Знак есть, когда капли мерно растворялись и исчезали. Безмерное зеркало отражает себя самого. Взгляды в пустых согласных дороге от Б есть окончание леса, но и выше леса. Продолженная горизонталь равенства освобождает руки от чувства тепла, так что неисчислимое есть только воздух. Помнить только объекты, без синтаксиса, то есть лишенными всякой памяти. В скобках нарисованные профили камней, напоминающих лица, 16 штук, 28.05. То есть помнить и это, выражение, как время дождя. Провалы прямоугольников в жизни чередуются с напряжениями непрочности, когда пролежни делимых недель безболезненны и в проблесках дверных ручек застревают редкоземельные лица прошлых лет. Как мы пройдем, как приставая к небу, как мы пройдем сквозь волглое нагорное гадание, как мы пройдем, как мы пройдем сквозь перевернутые фонари, как мы пройдем мимо ночлега сонных чаек, смотри налево, там прошлое подвижно, как растолстевшая кошка, потом прошлое превращается в облако и уносится вертикально вверх. Когда-то «поговори со мной» означало приехать и поговорить на лошадях, из глаза на глаз, засветло, и за чаем, гостем и обо всем. Позже стало достаточно снять и набрать ни фаэтон и ни скорость, ни пальто и ни в рот воды, а трубку и номер, но еще не с монитора и не текст, чтобы, напрягая и приложив не голос и не усилия, а провайдеров и файлы, зрение и руку к сердцу, воду оставить во рту. С глазу на глаз утратила и стала глаза и фразеологизмом на глазу апгрейда. Когда-нибудь простая телепатическая программка сама найдет и озвучит «Поговори со мной топотом твоих лошадей». Афасия. Афония. Офелия. Анония. Омения. Апатия. Лопета. Лопета. Апатия. Омения. Анония. Офелия. Афония.
афасия, то есть та вот эфектрии, амории, лопели, непоиста, трагедия, пулия, ономатополис, апория, омния, атония, то есть анелия, просодия, муистамус, апория, омния, омния сотерия, апория омния, омния сотерия, лопетая тоиста, лопетая тоиста, лопетая, лопетая, лопетая тоиста. Ее эгрегор комментирует. Стандартное значение справедливости выиграете суд. Дело боли не помнящее. Клавиши фортепиано кричат от боли о том, что есть странные судьбы. Считай, что впившись, соприкосновением разрезаешь разрезающее до крови. 300 колотых ран самому себе. Тоже курьез из судебной практики. Ее эгрегор комментирует. Свечение, исходящее от изогнувшейся на гимнискатой ленты клавиш, рассыпавшись на тончайшие резки, судорогами длится в ее плоти. Несчастному сознанию. Таким образом, артикулируя негативность, автоматически устраняя всякую негативность. Я – это я, говорящий тебе о тебе до точки кипения, что нельзя повторить, не повторив опыт и тожащие изображения. Транспорт статичен, триггерит перерезом, например, вены, протеина осадки. Это проза микросюжетов. Смотрите цитату. Внутри говорящего правду несчастного правда сознания, правилом вычитания укорененного в рамки среды, чьей эффективной метафорой мог бы, а мог бы и нет, кишели коммуникации. Ну так и было. Сети коммуникации кто-то промолвил на энной странице. Брошенный выдох был равен себе, словно фабрике с перебитыми стеклами можно было помочь в эти 22:30. В астматическом, скажем так, блеске множил себя идиот. Как, спросишь ты после того, как отвечу я, стимулируя драматургию побега и возвращения блудного сына в пейзаже пещеристом в ишемическом страхе. И последнее. Здесь, на странице 17, автостоянка и Motherland, отрицание, отрицание и пластмассовый свет. Там, где плато тотально развернуто, я субъект жеста внутри острой критики и словно бы избегая ее. Zemlja i nebo. Nalik su olovkama uzdignutim na radnom stolu visoka zašiljena stabla u šumici naslonjenoj na fabričku ogradu i mir. Njihovi su vrhovi otežali od gnjezda gladnih ptica. Osim pokoja gleta, kao da se i rumeno mastilo izliva iz najdužih grana. I sneg kao da je otuda razliven. Tako su moćna ta stabla. Od njih nastanu tela olovaka, njihovom je toplinom zaštićeno i samo srce. Usudio bi se da opišeš ili da nacrtaš tu moć. Ali znaš da moć imaju samo zemlja i nebo i ti dok ih spajaš.